кажется, он просто где-то в кустах у плотника сидит. Машина уехала, кстати. Он мог уехать на машине? А, да, он мог уехать на машине. Что-то я машину не обратил внимания. Так. Пойдем к забору, я посмотрю, что, типа, прикроешь меня сейчас. Сейчас, подожди, давай второй и третий чекнем. Второй, наличие кого-нибудь вдруг. Он, кстати, мог и... Если не уехал... Тороп. О, по мне! По мне! Твою мать! Флешка, что ли? Блин, там дружка, да ёб твою мать, Шайтаныч! Он меня тупо ослепил! Ну блин, ну ты где? Ну ё-моё! Кайф. Аня, а чё он тут сидит? Что тут 60 уровень сидит? Охренеть, блин. А где ты был, блин, вообще, блин? На третьем. Ты же говоришь, давай... У меня 4 выстрела сделал, блин. 5 раз пробежать можно было. Ты же говоришь, давай проверим, типа, второй, третий. Я пошел проверять третий. Ну, тут можно было прибежать. Ты прибежал сразу же. А где ты вообще? Не знаю, ищи. Я ослеплена была. Так тебя нету даже в коридоре. Я не знаю, может, я забежала куда. Я была ослеплена, я думала в коридор выше, а я не вышла в коридор. Подстава. Первым, что тебе вставлять. Броня. Это ты? Это ты? Ты знаешь... Аня. Куда я там забежала? Ты со страху, залезла на кучу мусора в угол. Понял этот угол, который при строе есть второго этажа? Там коробки, кровати, газовая плита, блин. Ой, блин. Я ж не видела ничего. Как ты туда залезла вообще? Не знаю, как ты залезла? Ой. И, блин, это уже было, я опять не туда побежала в этом плане. Перед нами, скинул сумку на пол. В коридоре, скорее всего, чел, аккуратно. Угу. Я с центрального пошел. Теперь куча отрежем. Я дверь открыл. Нет у тебя в коридоре никого, он выбежал походу. Какая-то возможно... металлическая дверь открывалась. Металлические двери здесь при входе. Биткоин лутает. Не-не-не, он на лестнице, на лестнице. Значит, тот еще смотрит лутает, я понял, сторону. Я понял, понял. Нет, вот теперь да. У него там двое. На той стороне, на этой стороне двое. На лестнице? Вторую сумку скидывай, да. В коридоре один. Держись. Да, блин, нет, флешку меня слепили. Я не вижу нифига. Одного убил? Это ты? Второй ко мне ходит. Нет, да, это я. Убил? Офигеть, как я выбежала сюда, не знаю. Фух. По мне! Снайпер. Снайпер, снайпер это, уйди. Да я не могу! Закрываю. Подожди, да я пройду! Твою мать! О, живая? Бодиблоч, всё. Меня ослепили опять, да что ж за день такой? Я не знаю, как я вообще на улице оказалась. Это чудо, медицина. Чё тебя все фотографируют, блин? Как ты нашла выход же еще на улице? Да я сама в шоке. Я ожидал тебя везде увидеть. На люстре там где-нибудь, на шкафу.
Но не на улице так грамотно выйдя, блин. Еще он, я, прикинь, я умудрилась выйти, и еще он повернут налево. А, после такого стресса. Вот, бот, иди ты в жопу! Если бы сейчас тебя бот убил, Аня. На, фотоаппарат. Будешь мстить кому-нибудь. Правда, не знаю, что там заряжено у него. Какая пленка. Наш чел! Тихо-тихо-тихо-тихо, убил. Сидит он, блин. Ну, это, походу, третий, наверное. Интересно. Их друг или нет. Фига себе, нормально одет. Второй уровень. 52-й? Угу. Че, неужели последний челик по квесту? А, это Юсек, а мне надо бироваться. Ой-ой-ой. Броню будешь брать, Defender? Не все, надо возьму. Это нам. Убил. Ага. Пока я тут с окном развлекались мы, да? Это что за жулик еще пришел? Сорок седьмой. Да вы беретесь, блин, тут. Кто-то перебегает за магазином. Двое в крапиву перебежали. Ты тут слышишь меня? Да, 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 да. Отдыхала. Трое, 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 Ань. Бой у тигра, один перебежал на территорию. Минус один. Эти в зеленке у тигра. Моя. Угу. Ты мне кидаешь? Или нет? А, они кидают, понял. Он стрелял или кто? Я. Там бетонная хрень такая, вот они за ней сидят. А я тоже дал... Блять, по мне. Лег один. К тебе перебежал, к тебе перебежал. Вижу, вижу. За ворота. Я знаю. Убил? Я у тигра. Хорошо. Ты троих убил или двоих? Трое, трое, трое. Так, так, так. А слышно, как я хожу на капсе? Сейчас слышу. Че, он пройти не мог дальше просто? Хотя хаешку кидал, да? Я ему накидала, он должен либо хилиться, либо это... Либо уже уйти куда-нибудь, либо гнид сидит. Либо хрен его знает, честно. Ты где сейчас? У КПП. Гранатного... Ты вообще не в ту сторону вошел. Так я смотрю, чтобы он отсюда не свалил никуда. Или не обошел. Сейчас буду подходить к мусорке проверять. Только визуально там прошел вдоль дороги к мусорке. И завернул налево сюда. По таймингам он мог уйти уже туда, в ту сторону. Или в другую. У меня сумка... А, убил меня, сидит он! Блядь... У КППшки. Вау. Это не там.
внутри чел стоит. Ящики вот тут лутают на втором. Двое. Два мандалорца? Мне показалось. Поняли, почему я сумку, кстати, таким методом скинул? Чтобы вот такого звука не было. Что ты просто вот так кидаешь, и звука нет падения сумки. Так бы они меня услышали. Небольшие лайфхаки вам. Так. Да, два мандалорца. Пойдет. Я оделась. Ох. Недоработка, да. Ну а что, как бы тут вся игра недоработка сплошная. Сколько? 7 чулка. Пойдет? Пойдет.